Мне лошадь встретилась в кустах, и вздрогнул я, а было поздно, поздно. В любой воде таился страх, в любом сарае сенокосном. Зачем она в такой глуши явилась мне в такую пору, лошадь? Мы были две живых души, но не способных к разговору. Мы были разных два лица, хотя имели по два глаза. Мы жутко так не до конца переглянулись по два раза. И я спешил, признаюсь вам, с одной мыслью к домочадцам, что лучше разным существам в местах тревожных не встречаться. Тревожных не встречаться. Мне лошадь встретилась в кустах.